Заканчивается жеребьевка. Участники расходятся по своим местам. Практически каждый уже знает своего соперника в лицо. В республике начинается шашечный турнир. Ты пошла? Побороться за победу пришли ребята из разных провинций. Все они разделены на три группы. Младшая, средняя и старшая. А давать победу просто так никто не желает. Но, увы, правила есть правила. В каждой группе только три призовых места. Поэтому человеческие ресурсы задействованы на максимум. Как не стыдно выиграть старших, а? Как не стыдно выиграть старших? Помогает здесь все. Смекалка, внимание, терпение и просто везение. Например, ты проигрываешь, а потом бац... Ты выигрываешь, будто везение было сначала не на твоей стороне, а потом на твоей стороне уже началось. Сюда пришли не только потому, чтобы выиграть, но и просто познакомиться, пообщаться и узнать друг друга получше. Вот, например, за этим столом возник даже спор. У нас идет спор, ловит ли дамка, которая занимает большую дорогу центральную, тремя дамками, которые вне этой большой дороги. Вот поэтому мы хотим сейчас на эксперименте на этом посмотреть, как правильно, можно поймать или нельзя. Я говорю, что нельзя ее поймать, а он говорит, можно. Вот поэтому мы хотим доказать это правило, понимаете? В споре рождается истина. Сейчас мы докажем друг другу. В младшей группе уже определились первые победители. Познакомьтесь, Арина. Ей 7 лет. Заняла 3-е место. Результатом довольна, рассказывает участница. Добавляет, что интерес к этому виду спорта привили самые близкие люди. Меня много кто учил. И папа, и мама подучивали. Но больше всего меня научил дедушка. Когда я играла в шашки с дедушкой, он мне говорил, иди вперед. На этом спортивная жизнь республики не заканчивается. Следите за новостями и оставайтесь с нами.